Зоны коворкинга в Юргу звучит как сказка, но это правда. В силах студентов создать пространство, где любой желающий может найти для себя временное или постоянное рабочее место. Никита Калязин, руководитель проекта «Я студент, я так вижу», рассказал, что из себя представляет проект и что получат участники по его завершению. Это проект, где каждый может внести вклад в оформление пространств Юргу. Он направлен на то, чтобы на месте старых и неиспользуемых ЦОПов появились зоны коворкинга. Все участники приобретут удобные рабочие пространства. Кроме этого, студенты смогут отдыхать и общаться друг с другом, находясь во время рабочего дня в комфортной обстановке. Как отмечает руководитель проекта, это отличная возможность для художников проявить свой талант и преобразить пространство внутри своего вуза. Только от нас зависит, какими красками заиграет лучший университет Южного Урала. Ранее мы писали про набор дизайнеров, которые после этого более месяца трудились над своими концептами. А сейчас мы их идеи представляем в группе проекта. После чего начинается самая важная часть, где каждый студент может принять участие в благоустройстве нашего университета. Для этого 6 декабря неделю будет идти голосование за лучший проект в каждой из зон. Студенты ЮРГУ могут преобразовать пространство ЦОПа во втором корпусе на первом этаже и ЦОПа в переходе между третьим корпусом и библиотекой. Всю подробную информацию можно найти в официальной группе проект. Там же можно познакомиться с идеями ребят и выбрать лучший проект.